Скучно без него будет. Нет, не привезем. Открывай дверь, живо! Привет, малыш. Вот плотва. Мы на ней поедем в Кэрморью. Ну, пойдем. Хватит дурачиться, едем. У нас гости. На нильфгардских боевых конях. Чего вам надо? Император тобой недоволен. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, ни кого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Ты уверен? Не стоит. Ладно, езжай первым. Третья армия возьмет Данглиан с запада. Позвольте заметить, разведка сообщает, что гарнизон Данглиана почти полностью состоит из наемников. Предлагаешь подкуп? Мы возьмем город без людских потерь. И куда быстрее. Отдавай приказы и приступай. Как прикажете. Император, Йеннифер. Я позвал тебя нелюбезностями обмениваться. Докладывай. Без любезностей, тем лучше. Но помни, я не твой солдат, так что не нужно мне приказывать. Ты предпочитаешь, чтобы я отдал приказ страже? Оглянись, мне достаточно кивнуть. Геральт. Слушаю тебя. Это... Этот человек – ключ к поискам Цири. Я даю тебе три свежих следа. Предлагаю помощь разведке и придворной чародейке. А ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело! Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапорт. Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай, я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командую десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Я прошел по следам, которые ты мне дал. Сперва Цири появилась на Скеллиге с каким-то эльфским чародеем. Ну, об этом Йен знает больше. Там их выследила дикая охота. Им пришлось бежать в Велен. Там их пути разошлись.
Цири провела некоторое время у тамошнего барона, который... Я знаю своих ленников. Барон отправил ее в Новиград. Цири перешла дорогу новиградским бандитам, и ей пришлось вернуться на Скеллиге. Там она встретила своего товарища эльфа. И дикую охоту. Им пришлось вместе уходить в море. А на следующий день их лодку прибило обратно к берегу. И там был он. Что же, не скажу, что эти сведения крайне полезны. Но я вижу, вы зря времени не теряли. Это чучело может быть твоей дочерью. Тело Умы создано проклятием. И в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование, разослала запросы. Но мы не знаем формулу, которую использовал заклинатель. Вафаэль, Элайне, Кайдмин Фолия, Глайдив Дорне Айптенайт, Бундроидне Яхаус. Мне Лютик сказал, а ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннифер, я повторяю вопрос. Да. Пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересуют. Геральт, ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половину условленной награды. Вторую половину получишь, когда приведешь Цири. Я бы на это не рассчитывал. Это не просьба, Геральт. Это приказ. И я очень тебе советую, не пренебрегай им. Аудиенция окончена. До свидания. Подевался твой ехидный юмор. Ты была покорна, как студентка Аритузы в кабинете ректора. Я просто знаю, когда стоит придержать гордость и слушать. В отличие от некоторых. А, я понял. То есть ты показываешь мне когти, потому что я простой ведьмак. А... Послушай, Геральт, ты действительно хочешь это обсудить? Сейчас? Давай ссориться в более подходящее время. И в зале, где меньше ушей. Так как мы снимем проклятие Сумы? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт, прости, но я не сумею перенести тебя с Умой и Платой, так что... Ничего страшного, я поеду верхом. Никогда не любил телепортов. Береги себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. Да. Я поехала. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар, в ведьмачью крепость Каэр Морхен. Белохвосты у самого замка? Что-то ребята расслабились. Тебя не было. Долго. Ну,
Как дорога? Пару миль назад видел Велохвоста, а так все спокойно. Только пассажир все время вертится. Так, что у нас тут? Множественные деформации, глаза, уши, ноздри, заячья губа, а это... Тише, тише. Вот холера, права была Йена. Не красавицам, конечно. Да ты немногим лучше выглядишь. Где ты так изгваздался? А, это я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать. Не то они в конец рассыпятся. Многовато работы для одного. Ламберт и Эскель не помогают? Нет. Йеннифер нашла им более важные занятия. Йен уже здесь? Здесь, здесь. Еще как. О, вы поссорились? Геральт, я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная. Но разве хорошие манеры на нее не распространяются? Телепортировалась, и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эспель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Хорошая была кровать. Я ей то же самое сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Трис всегда говорила, что... А, тогда понятно. Ну да. Или ей просто не нравится дубовая мебель. Так что задумала я? Хотел бы я знать. Она не объяснила? Она сказала, что ей нужно, чтобы снять заклятие. А вот как она собралась это делать, молчит. Хотя мы спрашивали. Подозрительно. Рад, что ты тоже так считаешь. Ну ладно, так где все? Эскель охотится на велохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. Ну, а Йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке. Собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергией стихий. Ага. А Йен? Собирает мегаскоп. Хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. Пойду с ней поздороваюсь. Хорошо. Только не жди, что она тебе бросится на шею. Thank you.
Знакомый почерк. Беренгар. Эти бумаги, должно быть, лежат здесь не первый год. Ничего себе. Он работал над мечом. И, судя по заметкам, хотел он не просто меч, а Торхейр. Надо поговорить с Весемиром. Может, Беренгар с ним советовался, и Весемир помнит, в чем там дело. Северные воины. Мифы, ложь, полуправда. Исторический трактат Растифа де Монталона. Часть страниц выдрана.
снова протекает. Что там, эликсиры варишь? Нет, самогон из зачистков. Я так понимаю, к моему приезду. Скорее, к моему отъезду. Ты не слышал? Госпожа-чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Сказала, это нужно, чтобы снять проклятие с этой вашей уродины. Ты знаешь, что это, и как ты выразился, уродиной, может быть Цири? Угу, я слышал. Так может, проявишь немного сочувствия? Я называю вещи своими именами. Такой уж у меня характер. Херовый? Я думал, тебе нравятся вредные. Только женщины. О, да. Тогда ты нашел лучшую. Ну, хватит об этом. Круг стихий ждет. Звучит не слишком восторженно. Потому что я не в восторге. Ты хорошо знаешь, что путь к кругу — нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну, со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Ну что, ты готов? Подожди минуту, доделаю кое-что и пойдем. Валяй.
Ведьмачья конница так и не прижилась. Ведьмачья конница так и не прижилась. Монструм или ведьмака описание? Формула из заметок открывает тайный проход в старую шахту. Стоит взглянуть, что там. Сейчас не до шуток. Что-то не так? Дай подумать. Лопнул уже третий кристалл. Ламберт больше недели собирается заняться тем, о чем я просила. Весемир назло делает ремонт прямо под моим окном. А Эскель вместо велохвоста, наверное, пошел за грибами. Ребята тобой немного недовольны. Это еще почему? Потому что ты не рассказываешь о своих планах и... Относишься к ним как к прислуге. Ко мне, впрочем, тоже. Я все объясню, когда придет время. Сперва закончим подготовку. Ты нам не доверяешь? Доверяю. Но боюсь, что вы не доверяете мне. Поэтому предпочитаю держать некоторые вещи в тайне. Пока что. Извращенная логика. Так может казаться, но ты еще поймешь, что я права. Я слышал про кровать. Ты предпочитаешь спать на полу? Не советую, пол каменный и дует ужасно. Лучше так, чем собирать рыжие волосы с матраса. Значит, ты так бесишься из-за Трис, что вымещаешь зло на мебели. Радуйся, что я не вымещаю зло как-нибудь иначе. Геральт, не хочу показаться злопамятной, но все-таки ты трахал мою подругу на этой самой кровати. Да, я знаю, ты потерял память. И все-таки... Давай так. Я не буду тебе об этом напоминать, а ты перестанешь напоминать мне про эту дурацкую кровать. Идет? Идет. Замечательно. Тогда перейдем к более важным вопросам. Ну ладно, что мне делать? Прежде всего, помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из хребта Велохвоста, а другой — зарядить филактерии энергией стихий. И результатов что-то не видно. Я поговорю с ними. Что еще? Есть еще одна мелочь. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Где-то рядом источник энергии, который нарушает работу кристаллов. Нужно его найти и дезактивировать. И побыстрее. Мне нужно срочно кое с кем поговорить. А с кем ты будешь разговаривать? Или это тоже тайна? Вовсе не тайна. С Идой Эмиан. Помнишь такую?
Ее забудешь. Член ложи, эльфская знающая. Вот именно. Знающая, как следует из названия, много знает. Поэтому я попрошу у нее совета относительно Умы. Ты доволен? У меня душевная травма после общения с твоими коллегами, знающими, незнающими. Но раз надо, значит надо. Думается мне, не на всех ты в обиде. Неважно. Благодарю за разрешение. Ладно. И как искать источник? При помощи этого патест-инквизитора. Патест-инквизитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. И без шуток о сексе, очень прошу. Ну давай, беги. А, и еще. Да. Спасибо, Геральт. Здесь ничего. Здесь ничего. О, кажется, что-то есть. Сигнал становится сильнее. Должно быть уже близко. Вижу, Йеннифер наконец нашла добровольца побегать с пищащей папой. Тихо. Да? Что такое? Я виделся с Эмгыром. А есть на свете еще какие-нибудь коронованные головы, которых ты не видел? Несколько. Будем надеяться, что так все и останется. Помнишь первую войну с Нильфгардом? Битву под Соданом? Весь Север сражался вместе. Темерия, Редания, Каэтлен, Айдирн. А чародеи были героями. О них песни складывали. Мало что осталось от того мира. Я нашел заметки Берингара. Судя по тому, что я прочитал, он пытался выковать Тор-Хэр. А ты ему помогал? По крайней мере, давал совет. Парень не сумел выковать меча, но вместо того, чтобы пустить меня к наковальне, морочил голову расспросами. Все хотел сделать сам, как всегда. Но потом все кончилось, потому что этот чертеж черти взяли. В прямом смысле. То есть? Берингар отправился охотиться на черта. Тот поселился в долине за замком. Не пойми, с чего взял с собой все свои вещи. Может, думал повозиться с этим мечом, как с чертом разберется. Ну, ты сам знаешь, какой он был. Так или иначе, черт оказался сильный. Слишком сильный. Берингар убежал. А потому, как бегать с мешком в 3 пуда весом под мышкой тяжело, пришлось ему все свои вещи бросить. Красный он был от крови и от стыда. Рта почти не раскрывал. И сразу после этого дела уехал. Навсегда. Конец истории я знаю. Слушай, а как попасть в логово этого черта? Я знал, что ты этого так не оставишь. Проще всего взять лодку и плыть по течению реки до самого конца. Только смотри,
У Берингара, конечно, были свои недостатки, но дрался-то он отлично. Так что если черт еще там, он и тебе может дать прикурить. Должно быть уже близко. Да? Что такое? Я видел твою старую знакомую, графиню Миньёль. Что? Быть не может. Где? В аукционном доме в Оксенфурте. Представь себе, она собирает предметы ведьмачьего снаряжения. Старые доспехи школы Волка, например. Ну да. Замечательная была стёганка с кольчужными рукавами и... Записочки через гувернантку, тайные свидания в саду, ночной побег через окно. Я и представить не мог, что ты занимался чем-то подобным. Знаю, в это трудно поверить, но я тоже когда-то был молод. Ну, моложе. Она все еще живет в Оксенфурте. Не хочешь к ней заехать? Может, потом. Ну, когда все немного успокоится. Пока. Ага. Теплее. Горячо. Мы можем поговорить? Чем я могу тебе помочь? Я ищу Цири. Пепельные волосы, шрам на щеке. Ты видел ее? Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Ага, я тоже так думаю. Береги себя. Ага. Теплее. Ведьма, черт, вот так и не переживать. Ага. Теплее. Горячо. А, вот ты где. Помехи идут отсюда. Что в этих ящиках? Двемеритовые бомбы. Ламберт делал. Ничего удивительного, что мегаскоп не работает. Ладно, надо их убрать. Я уберу. Не то ты мне все вверх дном перевернешь. Только присматривай за Умой. Так точно, дядюшка Весемир. Ну как дела? Весемир тебя не слишком замучил? Я так и думал. Вот и все. Можешь идти. А теперь проверим условные рефлексы. Здесь ничего. Возьми-ка. Реакции на двемерит нет. Спасибо, все работает. Что это было? Двемеритовые бомбы. Ламберт оставил их возле кроватей. Хм, он, конечно же, не догадывался, что это помешает работе мегаскопа. Знаешь, в мегаскопах он не разбирается, так что... Я тебя умоляю. Ламберт вредный, но не глупый. Ну да ладно. Ты готов к разговору? А ты меня приглашаешь? Я думал, члены ложи не посвящают, кого попало в свои тайны. Можешь считать это доказательством доверия. Ну ладно, начнем. И умоляю, веди себя прилично.
Ты только что сказала, что доверяешь мне. Не цепляйся к словам. Хейдмил и Йеннифер Айт Венгерберг. Гвинблейд. Привет, Ида. Геральт. Ничего, Йеннифер. Я привыкла к людским обычаям. Зачем ты меня вызываешь? Я столкнулась с одним проклятием. Оно было наложено на диалекте старшей речи, которого я не знаю. И как звучит это проклятие? Вафайль Элайне Каэдмил Фолье. Глайды в Дорне Айптонайт, Бундраитны и Яхус. Что это за диалект? Лайтайн Ундот. То есть? Так называемая единая речь. Забытый язык, бытовавший еще до скитания. Скитание? Потом, Геральт. Ты уже слышала эти слова? Да, в легендах. В тех, что без счастливого конца. Ты сумеешь помочь нам? В известной степени. Здесь нужна формула Агнес из Гланвиля в соединении с обратным треугольником Эльдара. Но я не поручусь, что этого будет достаточно. Спасибо, Айн Сайверне. Вафайль. Наш разговор еще не окончен. В чем дело? Приходит час белого хлада и белого света. И мир умрет средь мороза. Я знаю пророчество Итлины. Не сомневаюсь, но понимаешь ли? Старшая кровь может начать час конца. Или отсрочить его. Помни об этом, Гвинблейд, ибо от тебя зависит, возгорится ли зерно пламенем. А что с этим скитанием? Великая мать! Вас здесь что, истории совсем не учили? Нет. Весемир считал, что фехтование больше пригодится на пути. Ты ответишь мне? Конечно. Учиться никогда не поздно. Эльфы Айн Сейтхе и Айн Элле составляли когда-то один народ. Айн Ундот. Но потом произошла катастрофа. Что именно, никто не знает. Им пришлось покинуть свой мир. И по пути они разделились. То есть, если проклятие Умы наложено на этом Лайтайн Ундот? То оно старое. Очень-очень старое. Ты поняла, о чем она говорила? О Цири, конечно же. Оставили бы ее уже в покое. Даже не надейся. Интересный разговор. И что теперь? Можешь извиниться за то, что вел себя как вахлак. Хотя я тебя просила. Я не очень понимаю, за что просить прощения. Я знаю, чародейки ждут, что я буду падать им в ноги. Поэтому ты не только не поклонился, но еще и начал вылезать. Очень зрелое поведение. Ну да хватит об этом. Закончи все, что вы с ребятами собирались сделать. И мы начнем.
Это должны быть следы Эскеля. В последнее время никто, кроме него, из замка не выезжал. Пошла! Но! Придержи. Плотва не так быстро. Здесь ничего. Василек? Прекрасное создание. Эскель разбил лагерь. Должно быть, собирался побыть тут подольше. Следы ног и козьих копыт. Интересно. Камни. И след обрывается. Замечательно. Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот козла... Надо только найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять след. Кусочки содранной коры. Похоже, козел Эскеля терся о дерево. Клок шерсти. Ох, точно, козье. Покажи, что умеешь. А вот и следы Эскеля. Нос меня не подводит. Не сам же он привязался. Приманка для велохвостов притягивает даже ведьмаков. Дабы велохвоста приманить, колышку козу вервием привяжи и среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий брата Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Тебе столько же лет, сколько и мне, балдуй. Рад тебя видеть, наконец-то. Ген вам скучать не дает, да? Угу. Еще из телепорта не вылезла, а уже раскомандовалась. А если я пытался что-то вставить, то... Не смей прерывать дам. Вот-вот, иногда я даже рад, что моя рожа дам не привлекает. Не все женщины судят по внешности. Твоя правда. Шлюхи судят помощнее. Но мне и тут похвалиться нечем. Слышал? Летит. Thank you.
потерял много крови. Не боишься оставлять коня внизу? Вдруг Велохвостову подерет? Какое там? Василек — боевой конь каэдвенских кровей. Он справится, если что. Я рассказывал, откуда он у меня? Нет, наверное, нет. Как-то спас я одного рыцаришку. Сам понимаешь, лес, ночь, волки, как всегда. И говорю ему, дашь мне то, что дома застанешь. Но ребенка не было, зато как раз кляча у него ожеребилась. Эскель и Василек связаны предназначением. Невероятная история. Смейся, смейся. Ты просто завидуешь. Вот бредут овечки по лугам на солнце. Пастушка не видно. Слышно? Колокольцы. Что это за песенка? Да, горская песенка. Как раз чтобы лазить по скалам. Мамка мне пела. Помнишь ее? Только вот эту глупую песенку. Больше... Здесь он приземлился. И не слишком ловко. Посмотри на следы. Он, похоже, сломал крыло. Кажется, смылся в логово. И хорошо. Оттуда уже не убежит. Кажется, смылся в логово. И хорошо. Здесь стоит осмотреться. Оттуда уже не убежит. Бери ликвор и пойдем отсюда. Режь сзади сразу под черепом. Может, еще подскажешь, какой стороной ножа резать? Вот этой, острый. Давай быстрее. Слушай-ка, а может сгоняем на перегонки? Посмотрим, кто быстрее, Плотва или Василек? Что скажешь? Тоже мне испытание. Я бы тебя на хромой свинье обогнал. Ладно, почему нет? Сам ты хромой, свинья! Кто первый в КР Морхене, тот лучший! Ну, пошла. Шевелись, Плотва.
выиграю на хромой свинье. Ну-ну. Я тебя не